приветствую всех любителей баскетбола. С нами Антон Сакович, игрок команды ИСОВ, человек, которого вы очень часто слышите за кадром баскетбольной трансляции. Команда ИСОВ нас приятно не удивила. Ворвалась в сезон сразу с овертаймом, сразу с мощными волейбольными ситуациями. Как вообще впечатление от игры с Грушвилем? Ты знаешь, это такой вот, можно сказать, олдскульный баскетбол, но понятно, что хватает молодых и там, но вот в целом на вкратке, что вот против того же легкого, да, там вот остальных ребят, это вот как будто вот лет 10 назад, то, что было на площадках, и ну, в этом плане интересно. А с другой стороны, конечно, для первой игры все очень сыро, то есть, ну, а с другой стороны, лидеров не все, потому что состав не оптимальный, и как многие команды в этом сезоне, ждем, пока ИСОВ будет в оптимальном составе, но здорово, другие себя проявили. Ну, у нас ИСОВ обычно любит там раскочегариться, ребята любят про это рассказывать. Мы там пока туда-сюда, потом как-то подсоберемся. А я вообще заметила, что вы команда, которая делает все строго наоборот того, что просит вас тренер. Вот он просит долго, вы сразу атакуете. Он просит не забивать, вы бежите в атаку. А как вообще планируете вести сезон? Ну, на самом деле... Ворвались мощно, а дальше-то что? Не сказать, что мощно, но на самом деле вот такие игры – это то, чего нам в прошлом году не хватало – закаление характера, когда нету лидера. И чтобы другие игроки брали на себя... Антон сейчас обидится. Нет, но нету Слабкова. Все в прошлый сезон, даже вспомнил статистику, плюс Женя и с наградами был. Вот, не было сегодня еще Андрея, снайпера, то есть скамейки не было, Паши Смеловского. То есть это действительно три игрока, которые играют и в старте, и усиливаются скамейки. И поэтому вот именно такие матчи, это именно укрепляет всю остальную команду, что все могут, все должны почувствовать эту уверенность. То есть можно ли сделать вывод, что такая волейбольная игра получилась именно за отсутствие ключевых игроков? Или все-таки где-то сами? Нет, Грушвиль отлично играли сегодня, бились до конца. И на самом деле, даже, наверное, немножечко, учитывая, что я команду тоже видел как тренер, да, на паркете, для меня сегодня, когда они играли более в командный баскетбол, для меня стало небольшим откровением. То есть, ну, по крайней мере, у них больше передач было по сравнению с первой игрой. То есть они тоже втягиваются в сезон. Ну да, они тоже, они в прошлый раз хорошо начали, но потом все полетело в тартарары, там ребята растерялись как-то, а сегодня, да, они, может быть, потому что все-таки они не сильно от вас отставали, и это помогало морально как-то биться дольше, потому что, когда идет большой разрыв, даже опытные команды не все готовы там отстаивать свою позицию. Тяжело, да? Устал вообще, очень, да. Но все равно здорово, несмотря на... Я считаю, вот ситуация с овертаймом 78-73, справедливость восторжествовала, потому что его, ну, если там кто-то не в курсе, его не должно было быть. К сожалению, ошибка оператора табло, время запущено было раньше, так бы Антон успел бы забить свою там трешку. И всем спокойно же отдыхать. Знаешь, тут не то, что к оператору табло, на такое, ну, в защиту, да, на такой аппаратуре сложно очень вовремя нажать этот пробел, чтобы пошел таймер. Это тоже второй случай в этом сезоне. Первый был на матче Прометея ФСК, где тоже чуть-чуть раньше отжали. И это, на самом деле, мне кажется, у нас-то идеально не будет никогда. Поэтому в данном случае, ты правильно сказала, что в итоге победил сильнейший, как, ну, выиграли бы они, значит, они были сильнее, что они были правы, что таймера не было. Но мы оказались сильнее уже. Ну, все равно, на самом деле, за там 6 секунд до конца четвертой четверти вы дали легкие 2 очка забить на самом деле, потому что вы добавили плюс 2, вам нужно было всего лишь 6 секунд отзащищаться, что просил от вас Юрий, но вы же команда наоборот, соответственно, постелили ковровую дорожку, да. Игрок крушил, я прошел, мы не ищем легких путей. За это, да, за это пришлось еще 5 минут пухтеть. Ну что, я не буду больше тебя долго мучить, я рада вас видеть на паркете, все-таки Софт у нас давно играет, рада, что хоть и не полноценным составом, но тем не менее доезжаете, надеюсь, все соберете в сборе и будете более к себе бережнее относиться, в плане не так себя мучить на паркете. Поздравили тебя с днем рождения, Антона Осипчика, поэтому Каролину с днем рождения, Антона Осипчика с днем рождения. Любите баскетбол, смотрите НБЛ. Спасибо большое, Андрю. Пока.